Здравствуйте, товарищи. Сегодня у нас 19-я серия, точнее, игры под названием Lurker and Resort Новый Терепаблик, 4-й сезон. В прошлой серии мы построили 4 вышки и начали добывать уже нефть, которую мы потихо продаем за границу. Благо таможня рядом. Конечно, большого выстрела это не дает, но тем не менее. Не знаю, возможно, эта серия будет последней, а может быть и нет в этом сезоне. Посмотрим. Так, нам просто ничего пока продавать. Так, вот здесь, допустим, давайте посмотрим. Этот заполнился уже на 71 тысячу. На 70, ну на 1500. Так, ну, в принципе, так, нормально. Так, вот эта штука по-прежнему не хочет. Её, короче, не хотят заправлять. Так, давайте посмотрим, почему это происходит. Она вообще тут назначена, как она называется? Кагалым. Давайте посмотрим, Кагалым привозят. Или нет, кто подавал. Так. Кагалым. Так, вот тройной идет дром. Так, а тут почему-то стоит загрузка. Поэтому они надо выгрузку ставить. Так, где у нас еще? Не знаю, так. И здесь выгрузка. Здесь тоже выгрузка должна быть. Так. Не знаю, это что-то... Что-то бывает, слетают на стройке. Поэтому надо за этим тоже следить. Ну вот здесь загрузка, да, топливо. А здесь кто-то погружаете. Всё. Отправляйте. Так. Дорогу тут построили, нет? Нет. Так, это куда-то. Так. Что у нас по бетону? Так, по плитам. Ну да. Так, нормально ходит. Можно. Так, давайте. Здесь загружается. Здесь топливо нет. Капец, ну сделал. Где в этом разбойщике топлива надо подвести. А лучше всего ничего. У вас что стоит? У вас должна быть выгрузка. Кто вообще сюда выйдет? Так. Да, почему так? Ну, две вазы выйдет, это вопрос. Мы не возим сюда. Топливо. Так, это стоит. Делать еще есть топливо. Но вообще надо, чтобы сюда возили топливо. Так.
пути той конторы на Сионе. Давайте посмотрим. Так, вы, у вас дорога. Угу. Вы что-то вот так много. Так, давайте отправляйтесь, что вы. Так, это какая контора? Откроем вас под строительство. Давайте назначим вам. Вы какая четвертая? Так, четыре. Третья контора, отлично, сейчас поедете работать. Метик пилонить. Так, идите. Троица у меня. Вот это вот здание. Так. Что еще? Ну и собственно так. Все. Ну вот это можете построить. Да. Что вот этим будет? Так, ну давайте вам вот этот приоритет пока дадим большой. Высокий. Начинайте строить. Так, у вас что? Так. Что тут у нас? Наши машинки заправились, нет? Нет, и очень долго заправляются. Нужен, конечно, поезд. А тут еще вот эти дороги забудованные, ну что тут делать, если фонари вот так поставлю. Вроде по проекту они стояли нормально. А то есть не так, как они тут стоят. Вот они тут построили. Это хорошо. Давайте тогда... Что мы сделаем? Тогда перемычку сделаем. Да. Так, перемычку поставим. Но они сейчас вот так выедут и выйдут. Так, давайте вот будем тогда улучшать. Вот так и делаем. Отлично. Блин, ну вот смотрите, сделал. Ставилось нормально. Оно, блин, тут потянулось. Так, ладно. Так. А, здесь, наверное, одна единственная дорога, которая ведет к Лату. Нет. Дорога к Лату. А, ну вот она, да.
Поэтому... Вот эту дорогу нельзя делать. Так, давайте попробуем сейчас отдадим. Отдадим под дорожную строительство. Вот это вот. Все. Отдаем и отдаем высокий приоритет. Так. Вам еще надо придумать, что же вам объехать. Так, давайте. Все, вот так, собственно. А так же мазете, мазете. А так вы будете пока объезжать. Ну, конечно, вот плохо, что он так выгонулось. Ладно. Ну, типа это не критично. Просто не очень прикольно смотрится. Давайте дальше смотреть. Что тут у нас? О, один уже продает. Тополева. Так. Поливаюсь, топливо. Так. Нормально так. Так, у тебя сколько? Тебе уже. Ну вот ты еще скоро поедешь. Ты уже нам на 2000 будет делать. Чуть больше. Ну, так. Неплохо. Все. Так, ладно. Давайте вернем только город. Где у нас угольная промышленность развивается. Дорогу построили, да. И наконец-то тут построили дорогу. Так, мы теперь можем облегаться. Так. Поезда как поживают, давайте посмотрим. Строится, ну, нет? Так. Так, наличие, да. Это замерли вроде, так, давайте. Так. Отлично же тут. Так. А то, почему ты тупишь? Что тебе тут мешает?
Так, давайте. Что мы отдадим построить еще? Вот этот участок уже отдали. Так. Это вы можете, да, поставить? Вы ставите. Так. Это вы все строите. Так, хорошо. И, в принципе, можете начинать строить мост. Вопрос только в нем. Вот. Так, давайте будем разбирать, как это самопал. Так. 10, да. Так. Самопалы. Так, почему вопрос? Так, если у тебя... Так, видимо, это должно быть не так, подожди. Так, если... Так, ждем, ждем. Если ты едешь так, у тебя тут... По идее, ты должен вот так идти. Да, здесь должен стоять, значит, нет. Вот так, значит, стоит. Так. Вот. Теперь они практически будут. Да, ты едешь вот так, да. А теперь ты не хочешь ехать, потому что ты не знаешь. Так, что у тебя тут? Я. Так, подожди. Здесь. Здесь обычный. А здесь тогда ходит сигнал. Такой. А вот почему? Так. Если ты... Вопрос, так, ты не хочешь ехать сюда? Ну вот это главное. Так. Здесь, значит, надо поставить такое обычное. Здесь у нас стоит обычный. Да.
Так, нет. Вот почему ты опять кидаешься, что ты не... Пока они не построят дорогу. Так, значит они тут будут так тупить, что это. Так, давайте смотрим, что в этом городе у нас творится. Угольная 51. 8309 осталось. Так. Вот здесь уже начали строить дорогу. Это хорошо. Так. Поедешь или опять запутишься? Сегодня, кстати, день 7 ноября. В лагере. Поэтому... Ну, день революции и того. Вот здесь нормально работает. Ладно, потом будем разбираться с этими парами. Ну что?
электро станцию уже начали строить. Отлично. Здесь что еще? Почему мы так не... Дорогу так не достроим сейчас. Так. Вот и что. Привезли идеали и 20 выгодней еще. Здесь. Ну еще, наверное, всю зиму будет строить. 7000. Здесь 1200. 70. Так, дальше. Надо смотреть, что у нас стоит. Стоит обычно. Так, здесь. Здесь уже туннель. Почти достроили. Это тоже хорошо. Осталось 34 труда дня. А сейчас люди ее забили. И у нас также закончили вот этот участок. Давайте. Теперь мы можем... Можем же это отправлять первую строй контору. Настройки, то вот этой. Вот этого участка. И. А также давайте. Вот этот участок у нас возьмем тоже. Вот эту дорогу мы отдаем. И... И ставим... Постройки приоритет. Вот эти постройки приоритет. Так, что у нас тут? Кирпичный завод. Кирпичный завод уже начали строить. Вот хорошо. Так, где у нас поезд следующий дел? Так, ну здесь что-то... Так, вот это вот главное, так, если это главное. Здесь что у нас? А почему ты тут стоишь? Вот чего, вот. Так, давайте я, наверное, поставим обычные. Так.
Так, что тебе мешает? Так. Так, что тебя тут мешается? Так, здесь повесено, пропустим. Здесь повесено, так, здесь у тебя уедешь, так. Так. Здесь вот так есть. Так, здесь ты видишь. Так. Это обычный сигнал. Нет. Двух сигналов обычный. Так, здесь у нас простой сигнал стоит. Вот. Вот здесь вот так, здесь значит обычный. Да, потому что это главное. Так, ты хочешь куда поехать? Ты хочешь... Ты хотел поехать сюда. Так. Так, что-то поедешь или встанешь? А что надо тут такое? А почему тут так? Это... Thank you.
Так. Так, вопрос почему? Принимаю себя, поехал. Так. Вопрос, почему ты не маешь твое? Что ты тут не ставишь? Так. Давайте тогда удалим. Да, что ли, посмотреть, все поняла. Так, и все. Опять же, что невозможно добавить это. Вот же это площадка. Бетон. Почему ты не можешь брать бетон? Так, написано здесь бетон, если можно брать. Это какой-то дверь. Ладно. Так, ну вот, это не то. Это не то. Так. Вот где-то здесь. Давай, это наш склад.
вот ищи, так сказать. А, 1084 с этого до дня. Так. Здесь ничего не построили, здесь тоже ничего. Так. Так, хорошо. Здесь что у нас? Вот эту дорогу уже построили, это хорошо. Так. Это что? Поезд опять не может уехать. Так. Что ему тут? Давайте просто тупо уберем. Вот оттуда уберем. Туннель начал строить. Так. А туннель нам пока не очень-то и нужен. Поэтому... Давайте пока мы его отлиним. Давай нам лучше. Строй нам лучше дорогу. Где-то. То оно. Так.
показывает дорогу лучше в сторону, в сторону. Так. Так, в сторону вот этой давайте. Нам надо строить. Так. Вот. И ставим. Ай. Людей, наверное, придёшь. Да. Сейчас осталось 1000. Thank you.
Господи. Вот это все, что тоже можно назвать. Закончили. Так. Давайте. Все, вот. Вот второе. Так. Да. Да.
уже от Ахалега уже вставали. Здесь осталось 856. Здесь еще очень много. Погоди, так. Здесь. Хорошо. Есть. Так. Давайте посмотрим, что у нас в поездке. Один стоит раздражается. Так, вот все. И так пять. Вот. 48. Трой. Вот еще один поет. А что там еще? Вот он поет. Сколько? На 2150. Ну нормально, так. Что-то нет, пока. Ну так, взял его, что-то открывает. Так.
хочешь сообщить сегодня пока? Бетона, да. Здесь что, стали не хватает. О. 109 тонн стали. Дождаться, когда открывают вот эти вот участки. Тогда в здание придет тепло. А чего не хватает-то? Кстати, третий конторе надо отдать еще вот этот вот соединение. Так, второе же. Так, и что еще надо сделать? Так, а вот эти... Здесь надо подумать систему. Можно ли здесь как-то сделать, чтобы можно было выгружать? Так, давайте посмотрим. Автомобильная станция выгрузки навалочным грузом. Так. Нам вот так не ставить. Так. Привозить.
Так, давайте тогда что? Дорогу улучшим. Ну, вот, то есть. Повозим, попробуем. Затихнули, не холодно, что так. Тогда что? Надо... Надо тогда вот эту дорогу ехать. Так, ну ладно, надо тогда что, улучшить дорогу потом. Все равно. Давайте, наверное, сразу займемся дорогой. А лучше пока не будем. Это люди едут, а мы сейчас еще не сделаем. Давайте построим тогда уже. И тогда мы сможем улучшить дорогу. Потому что поезда еще не скоро будут ходить. Нахуй начинается процесс строительства. Так, пойдемте в тот город посмотрим. Так, а так же, на том же уровне. Куда кто-то летит. Да. Ты куда поделить? Ты что поделил? Людей. Куда ты поделил людей? Куда иди? Хотелось бы, чтоб ты сюда подъехал. Вот на шахту. Ну хотя. Так, вот это нам тоже надо строить, иначе у нас тут ничего не будет работать. Если построить дорогу, это хорошо. Где вы там ездите? Остановку вы так и не построили. Так, ладно. Делайте, пожалуйста, еще дорогу до пожарной части. И пожарную часть, да, давайте.
так. Шестой дороги поставил. Пятый. Так. Питона нету. Так, вокруг почему? Вот что. Места мало. Нету вообще есть. Вот почему у него же питон. Так. Так, что еще у нас тут? Синтичный завод. Ну, наверное, здесь я построю. Так, что еще? Здесь уже начали склад строить. Так. Вот сюда уже идет вверх. Это все начнет там. Ну, 9 ход. 900, 80, 80, даже не еще. Женя, но строимся, пока строимся. Осталось только попробовать вот это все делать. Нет людей, поэтому так, что здесь у нас? Так. Ну, тут строимся, так. Здесь вот уже начали мост строить. Уже первый пролет моста начинается строить. Так. А у нас еще только 28 декабря. Все на кстати. Экспо на 17 745. Пока не превышает. Экспо. К сожалению, потому что импортируем, а пока больше. Здесь еще 1000, ну да, 3000, 335.
Так. И еще на. Здесь люди нужны. Ты куда ведешь людей? Угольная водительная фабрика. Хорошо. Так. Давайте подоступайте к этому. Все, строите вот. Ну вот это самое такое, долгоиграющее, скажи. Идет пока не так. Так. Давайте дальше там посмотрим, что у нас тут. Вот эти сюда построили.
Так, ладно. Ну, здесь уже вот этот участок построили, это хорошо. Так. Так. Здесь у нас как дела стоят. 312 трудодней. Так, что еще? Здесь еще 1700. Ну, 3000, короче, подожди. Здесь он ход. Бетон нужен. Долго строить.
проблема. Поэтому пока. Пока покупайте на Западе. Закатили и не едут. И там же так это вот кто-то поехал, да. Так, ты куда поехал это? Березина. Продолжает вот это вот поставить. Так. Здесь что у нас? Кирпичный завод еще 312 дней. Подожди. Так. Кирпичный завод. Здесь. Температура в дальних близком месте. Она продавливает, что ли? А, здание не подключено к источнику электроэнергии.
Так. Это вопрос, почему? У нас что? Я бы не знаю, что. Все, приезжающий трансформатор сделан. Так. Этого почему-то не достает. Так, а где еще трансформатор? Так.
18 трудодней. 9 уже 312 трудодней. Это хорошо. Так. Хотя пока не совсем так я. Вот эти вот заводы вот построить. И вот это. Вот как два. И как же? Так. Уже начали отстраивать вот этот мост, вот этот пролет. Пока никто не едет.
Здесь 344. Здесь 342 этого дня. Все начало в которых дня не занимаются, давайте посмотрим. Я не вообще сегодня. Так. Давайте начнем. Ахтадора отдадим. Так. Ахтадора можно отдать. Например. А, ну, например, вот эти вот куска, давайте отпустим, вот это вот. Как вы строите? Вот эти вот друзья, держал прав, все были. Так, 210, все дадим. Так. Что у нас? Вот сюда подъедет. Сейчас подходим, а люди сюда подъедут и видят. Сюда и сюда пошли. И сюда пошли. Предлагаю прикрепить пока два самосвала. Так, самосвалы, давайте посмотрим, что из них получится. Дела? Нет. Значит, там двое. Да, не все. А мы только покупать.
что-то мало чего не то. Самое то это... Вот эти. Это кто один, а кто один, тот один. Чертичный голотов. А кто это чертичный, а кто один, тот один. Где что у нас, как два хуя. Где 742. Выше. Так, 94, это здесь очень много. Тем временем построили склад подруги. Но мне считается, что это очень маленький склад, поэтому, ну, такой есть. Так. Так. Теперь давайте... Да, у нас территория, которая занималась строительством. Какая контора там занимается? Третья. Третьей конторе отдадим под строительство конвейера. Так. Вот это строительство. Этот нам пока не нужен. Так. А вот сюда. Вот это. Вот это. Вот это и вот это. Так. Ну что, поехали теперь в высоком приоритете. Так, пока что эти высокие, так, уголь мы пока отключаем, рабочий. Так, отключили, пока нет рабочих. Так. Так, дальше продолжаем. Вот пойти. Так.
ради чего приехали, как вам работать ехать на таможне. Так, здесь загружаться. Уголь, дать загрузку. И поехали. Вот сюда. Здесь дать выгрузку. Дать. Так. Скопируем тебя. Скопируем тебя еще одному товарищу. Второму. Все. Так. Отправляемся. Теперь отправляемся. Так, ну что? Пока сюда людей не запускаю. Так, и нужно еще проверить, кто у нас водопровод. Вот он идет, идет, идет. Так. Давайте также третий контроль. Покажем. Так, ну что тут у нас? Здесь у нас строится, да? О. Просто отсюда выйти. Так. Давайте мы. Thank you.
этого, они не могут себе парковаться из-за того, что в дороге есть односторонняя дорога. Так, что там у нас? Сюда повезли, мне долго ли? Ну нет, пока угля еще нету. Будем ждать, куда привезут уголь. И что не видишь? А, ну ты для вас не ведешь. Хорошо. Ладно, я тебя уже вторая подвести. Так. Вот эта вот дорога, конечно, у нас нагружена, придется ее. В следующей серии мы будем ее улучшать. Так. Ровно так же, как и это. Дорога вот, которая вот на таможне. Так. Это не он. Так, это. Так. Это просто натирание. Так, ну что? Что вы сюда? Уголь подвезите, что ли? Сюда тут большой трафик. Да, ну тут начали строить. Все было запускать, потому что это люди угля. Вот, наверное, вижу. Это дыра не вижу. Так, а это что? Вот уголь вижу. Отлично. Давайте запустим наш завод. Пока на небольшую малую мощность. А впрочем, давайте пусть это работает.
Так. Это нога и два. Это куда? Вот сюда. Сейчас походим. Пойдут ли сюда люди на угольный завод? Ну пока никого нет. Чтобы сюда люди до сюда переходить. Так. Ладно. Я думаю, он заработает. Здесь также 742, всего отсутствует дальше тоже. Это 10-10-10-10-10-2. Ну и сюда куда-то люди приехали. Давайте посмотрим. А это он дальше приехал. Только вот электростанция, не так. Вот так. Так. Ну что, вот. Сюда приехали. А людей пока нету. Так. Нужны люди. Да, вообще пробка такая. Так, здесь что? Сюда приехал, чтобы отлично. Смотрите, это людей мало, мало, и меньше, и меньше подается. Ты куда поедешь? Надеюсь, вот у нас что-то два. Так. Ты куда едешь? Так.
А отсюда вообще добегают, ну да, а звери то ходят. Так, ладно, осталось только дождаться людей. Куда едешь? Незаконченный конвейер. Ладно. Так. Давайте кстати. Так. Да, где там не спалит. Сюда вот начнем строить. Давайте. Первая контора. Давайте поговорим все. Ой, стойки. И... Да. Так, ну что, сюда кто-нибудь? Давайте кто-нибудь сюда въедете, что ли? Я. А ты куда едешь? Вот. Так, давайте сейчас понаблюдаем. Сейчас сюда подъедет автобус. Исторический момент. Наблюдаем. Кто-то все подъехать люди. Но подъехать, конечно. Ай, кто-то спрашивает, где пути. Вот, вот. Автобус подходит. Это ж хорошо, сейчас мы начнем производить творите ключи. Собственно, вот свое животство. Ну что, смотрим. Пойдете ли сюда люди? Да, пошли. Вот. И у нас уже появились первые кирпичи. Пора, товарищ. Так, ну давайте. Давайте уже будем тогда отказываться от чужих кирпичей, от иностранных кирпичей. Так. И
так у вас что? Вам отменят. Он тебе пишет, покупаете хорошо. Так. И... Так. Наши автобазы, которые занимались под вашим кирпичей, скажем, что кирпичи теперь на Львове. Это не они. А вы знаете, куда водите? А, погрузка, мало это возит, возите, хорошо. Так. А вы, товарищи, кирпичи теперь не покупаете. Понимаете, только за отложом стали. Здесь у нас уже построилась автодорога. И так, ну, автозаправка. Так. Давайте вот эту такую цистерну, назначим ей новое рабочее место. Да, направляйте сюда. Так, а вам, товарищи, я назначаю новое рабочее место. Вот сюда. А, так. Значит. Так, вы где? Так, ладно. Сейчас разберемся. Который есть огромный, никто не пользуется, по идее. Тут что нет. Так. Это какая у нас установка? Так. Автобаза Вадиганка. А что вы? Так, а это что у нас? Не слышно, так. Автобаза у нас больше нету, так? Нету. Значит, здесь, значит, мы выбираем автозаправочную станцию. Вот это какая-то. Сейчас живой автозаправочную станцию выбираем. Так, сейчас начнем это автопазе. Так, где-то еще одна есть. Автозаправка, которая 11.
Ну а ты будешь тогда что делать? Едешь пока. Пока едешь вот сюда вот. Здесь загрузка. Взять загрузку. Взять выгрузку. Отправляйся. Где еще варианты? Так. Варианты. Так. Где еще вот ганки так. Так, чтобы они... Вот еще одна варианта. В принципе, так, это что такое? Автозаправка варианта. Уже. Так. И всех, кто автозаправку, вы тоже не... Тоже не доставляет ничего. Так. Так что-то все выгрузит. Так. Так, ты где? Так, ты можешь ехать. Домой едь. И этого ребенка мы уже встретили. Так. Здесь есть топливо? Нету. Здесь тоже нету. Электричество подключено. Электричество все подключено. Так, нету. Так, вот это встреча. Так. Так. А в этой контейнер сколько шло? А вот видите. Видите, вот эти вот два холода. Поедет? Так. Здесь что же? Вот, завод уже построили. Так. Здесь тоже. Завод исследовать надо. Следом ПВС.
и куда. И куда поедешь? Я? А что же право, что в Ленинграде? Ты живой? Это где? А что же право, что? Ты живой? А что же право, что в конце века? А вот это? Вот это вот еще осталось. Ну, жёстко, что за полочное старшее время открывается. Так. Так. Ну что, у нас серия затянулась. Давайте будем подводить итоги за серию, что у нас появилось, и будем завершать потихоньку. Так, значит, здесь у нас все идет строительство. Вот, 400. 420 водолей осталось. И давай это завершим. Здесь у нас чуть побольше. Так. Но потом это все не будет работать без вот этого завода. И без статьи. Так, дальше, что мы еще вот за эту серию сделали? Ну, за эту серию мы также отстроили вот этот мост. Туннель завершили, то есть туннель. И самое главное, что у нас теперь легче отечественного производства. Вот, как мы видим, работает. На этой прекрасной ноте мы будем говорить всем пока. До новых встреч. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Все. До новых встреч, как говорится.